Вы хоть представляете, как сильно вы облажались? Вам приказали доставить груз и свалить оттуда нахрен! Нас обнаружили, пришлось импровизировать. И вас озарила идея проехать на танке по улицам Сараева. Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так точно, никак нет, сэр. Есть тут еще одно дело. Ходят слухи, во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные взорвали дамбу, затопив деревню с немцами и золотом. Пришло время золото поднять. Что скажете, парни? Вперед! Вы понимаете, что речь идет о золотых слитках на 300 миллионов долларов, которые пропали полвека назад? Крупная несанкционированная спецоперация. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить для этой страны что-то великое. Да, детка. Теперь еще и охотники за головами мечтают о встрече с вами. Мы честно не деремся. Не парьтесь, я так. Вы понимаете, что нарушили присягу? Всегда мечтал уйти красиво. Они рядом! Пошел, пошел, пошел! Нужно было другие труселя надеть. Впереди танк. Сзади еще один. Ну что, парни, поплаваем?